Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Владимира Путина, потому что военная обстановка для ВСУ ухудшается. Дмитрий Песков заявил, что нынешние условия Путина не ультиматум, а мирная инициатива, сделанная с учетом последних событий. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно зафиксировать договоренности. Каждый раз, когда Путин озвучивает мир инициативы и когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться. Итоги возможных переговоров между Москвой и Киевом нужно будет подтвердить системой гарантий, чтобы обеспечить доверие к ним, считает Дмитрий Песков. По его словам, Украина должна проявить активность и желание в проведении переговоров с Россией для того, чтобы получилось реализовать договоренность между странами. Пресс-секретарь президента России уверен, что предложенные Владимиром Путиным инициативы о мире будут внимательно рассматриваться и даже среди украинских властей. Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров. Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны. Поэтому кого органы уполномочат вести переговоры и так далее. Переговоры, как правило, ведут экспертные люди. Но фиксируют результаты переговоров легитимные. Договоренности на бумаге – это плод очень сложных экспертных переговоров. Это баланс интересов и, конечно, учет реалий на земле. И так будет в этот раз тоже. Россия будет продолжать создавать санитарную зону, пока не обезопасит свою территорию от обстрелов ВСУ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, западные государства нагнетают напряженность, провоцируют Украину атаковать Россию и выходят на новые витки эскалации. Тем не менее, Москва будет продолжать отстаивать свои интересы, заявил Дмитрий Песков. Эльвин Абдуллаев, CBC.